Добрый вечер, и мы снова подводим итоги нашей очередной недели, говорим о городском хозяйстве и о всем, что с этим связано. Сейчас мы находимся в зените туристического сезона, город переполнен отдыхающими, гостей в городе действительно много, и мы подтверждаем статус туристической столицы. Безусловно, самая большая нагрузка сейчас в городе ложится на систему ЖКХ, так как санитарное состояние нашего города сейчас на повестке дня. Повторюсь, очень много отдыхающих, и это работы стало намного больше, как по уборке, так и по вывозу бытовых отходов. Поэтому все наверняка уже знают, заметили о том, что каждое утро мы ведем эту поливку и это помывку наших дорог, автомобильных дорог. Помимо этого мы начинаем помывку и пешеходных зон. Мыть мы будем места наибольшего это скопления людей, то есть по паркам, по скверам, центральной части города, также в этой пешеходной зоне. Мыть будем хорошо, качественно, с шампунем, и уже с этой недели это у нас становится регулярной, это постоянной практикой, так скажем, на постоянной основе. Развивая тему туризма и гостей в городе, конечно же, нельзя обойти стороной тему общественных туалетов. Их действительно в городе не хватает. Как было уже сказано, людей много, туристов много. Город действительно сейчас находится на пике туристического сезона. Поэтому в связи с этим мы сделали ревизию наших общественных туалетов. Это количество, локации, места расположения. И, безусловно, их не хватает. Мы это понимаем, и поэтому уже совсем скоро в будущем, после выполненной аналитики, мы начнем в городе устанавливать дополнительные туалетные комплексы. То есть дополнительные общественные туалеты, это появится в местах наибольшего скопления это туристов, в местах, скажем так, на туристических маршрутах и в местах отдыха, в парках, по скверам и так далее. Опять-таки, развивая тему туризма, хотелось бы сказать, что в городе начинается очередной кинофестиваль. Безусловно, это визитная карточка города, которая опять-таки за собой влечет и дополнительное количество туристов, дополнительную нагрузку на инфраструктуру города и на систему ЖКХ, так как опять-таки это лицо города. Мы провели большую работу по санитарной очистке, по уборке, мы подготовили дорожные магистрали, мы это подготовили наш это персонал, можно сказать, к дополнительной нагрузке, которая будет вызвана этим кинофестивалем. И я думаю, что это мероприятие в этом году пройдет как никогда качественно и без это каких-то существенных замечаний. Поэтому всем жителям города хороших фильмов, всем это туристам хорошего отдыха, а наша задача, чтобы это все было на фоне чистого, убранного города. На этом, наверное, все. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч.